представиться, я не Елена Нарышкина, меня зовут Валентина Крылова, я главный редактор портала Advertology.ru и пиар-партнер Московского фестиваля рекламы на протяжении уже многих лет. Поэтому сегодня фестиваль вам буду представлять я. О Московском фестивале на самом деле говорить можно очень много, и обычно это все говорится в превосходной степени. Это первый фестиваль на территории бывшего СССР, самый крупный, самый-самый-самый. Но я бы хотела немножко сказать о фестивале как о школе. Прежде всего, фестиваль — это школа для всех остальных фестивалей. С нас, скажем так, брали пример и использовали наш опыт практически все фестивали, которые были организованы потом. Фестиваль — это школа для рекламных агентств. Они могут поделиться опытом, посмотреть на работы своих товарищей и также посмотреть на большое количество работ международных агентств. Московский фестиваль — это школа и для журналистов. Именно благодаря фестивалю они не только оттачивают свое журналистское мастерство, но и приобретают так необходимые в этой профессии связи и знакомства. И, разумеется, как всякая школа, фестиваль гордится своими выпускниками практически во всех офисах крупных российских и не только российских рекламных агентств. Есть фестивальные яблоки, и их с гордостью показывают клиентам, и, в общем, это такая сладкие яблочки. Это немножко статистики московского фестиваля. Я хотела бы показать небольшое количество работ региональных победителей прошлых фестивалей и параллельно рассказать о том, что будет на 15-м московском фестивале. В 15-м фестивале, кроме наших уже ставших традиционными конкурсами, телевизионная реклама, печатная реклама, наружка, этикетка, упаковка, реклама в интернет, радиореклама, молодые креаторы и так далее, не хотел бы перечислять все, появились два новых конкурса. Это конкурс «Петель» и конкурс «Фирменный стиль». И также в этом году второй раз будет проходить конкурс на студенческий коммуникационный проект. То есть кроме любимого всеми конкурса «Молодые креаторы» будет еще конкурс на студенческий коммуникационный проект. Что еще? Все, так. Значит, что еще хочется сказать о Московском фестивале? Это, конечно, наше жюри. В этом году уже дали согласие принимать участие в жюри креативный директор DDB Бразилия и креативный директор Publis Finder. Что как бы фестиваль, кроме того, что это школа, это еще как бы большая научная программа. Программа традиционно делится на четыре части, и в течение как бы всех трех дней у нас идут секции по всем направлениям рекламы, маркетинга и public relations. При этом секции идут параллельно. Ну и, разумеется, как всякий фестиваль, фестиваль — это общение, фестиваль — это шоу, и фестиваль — это большой праздник. В этом году у нас, поскольку фестиваль юбилейный, 15-й, будет большое лазерное шоу и много замечательных новых проектов. Я хотела бы пригласить всех участвовать в Московском фестивале. Он будет с 17 по 19 ноября. Привозите работы, приезжайте в гости, и показать фирменный стиль нашего 15-го фестиваля. И еще как бы хотелось воспользоваться коммерсантовским слоганом и сказать, что настоящему фестивалю 15 лет не срок. Ждем всех вас. Это ролики победителей.
Ну все, Петров. Я звоню родителям. Не передумал? Алло. Мама? А Петров не дает мне бомбастер! Бомбастер, сухарики для детей со взрослыми вкусами. Мы не продаем бомбастер лицам старше 12 лет. Это закон. Компания «Сибирский берег». Камчатском Компания IKEA приносит свои извинения новобрачной Кате за то, что в первую брачную ночь ее муж уснул на матрасе Султан Йовик за 849 рублей. IKEA, мы знаем, как создать условия для правильного и крепкого сна. Федеральное бюро сантехников. Дело номер 25. 18 июня, 10:30. Первое появление объекта. 12:27. Объект предпринимает отвлекающий маневр. 13:11. Объект встречает неожиданное сопротивление со стороны пострадавших. Сантехник Иванов знал, что липидпламер, жидкий сантехник, моментально проникает в трубу и справляется с засорами лучше и быстрее, чем сам Иванов. Липидпламер, ваш новый сантехник. Руки брось от работников ЗЭКа! А на тернах ко мне! You can...
walk into an ATM of Česká spořitelna on every corner. Our new programs also include 3 free withdrawals every month. Česká spořitelna, we are closer to you. Мужчина, женщина, мужчина, женщина, мужчина, женщина, мужчина, женщина. На самом деле это только вещи. Мужское и женское в них вы придумали сами. У вещи нет пола, как и у работы. Работайте с профессионалами, а не с полом. Thank you.
Где ты? Ну? Где ты? Где же ты? Где? Где ты? Где ты? Ну где же ты? Где ты, а? Нет тебя! Раптор проверен. Насекомых нет. Да. Здравствуйте. Касса здесь? Спокойно, сынок. Тебе не нужны проблемы, нам не нужны проблемы. Опусти кошелек. Я только хотел заплатить за разговор с друзьями. В нашем кругу это не принято. Общаться с близкими за деньги – это преступление. Теле2 представляет бесплатный круг общения. Ноль внутри сети. Теле2 всегда дешевле. Иногда вы видите не то, что есть на самом деле. Теснота мешает вам. Новая просторная автостоянка рядом с отелем «Словакия». Однажды к Ватусу приехали родственники с Украины. Здрасте! Не ждали? Не ждали. Вот по дороге купили холодненькое. Сходи, споем. Чому я не зробив? Чому не знаю? Слышь, братко, а чого квадратний не співає, а? Та он не знает. Слышь, братко, а чого ти не поешь, а? Єстеде. Гарно. И вы еще спрашиваете, при чем здесь пиво сокол? Они изменили представление реальности. Они совершили все, что было в их силах, а мы останемся верны их идеалам. Авиплакон! Это наша вечная знамя! Авиплакон! Всегда будет с нами! Свобода выбирать пиво сокол для себя! Гораздо важнее просто его, просто меня или тебя! Мы готовы на все! И даже больше, чем на все! Авиплакон! Которую мы несем. Поэтому для всех у нас ответов на вопрос, быть или не быть станет Авиплакон. И вы еще спрашиваете, при чем здесь пиво «Сокол»? Вы только посмотрите, что нарисовал ваш сын.
Разве это комар? А? Я вас спрашиваю, разве это комар? Когда люди пользуются фумитоксом, они забывают, как выглядят комары. А разве нет? Всего мира. Это доктор Мо, песня болезни будет недолгой. Остались в прошлом. Джинс снижает тариф.